Доброе утро всем. Сегодня дождя нету. Видите, что я уже начинаю полоть чеснок. Чеснок весь зарос. Невозможно, как травы море. Незначайно вот выдернула чесноковинку. Надо будет ее нести домой. Сейчас продеру. Лёля, как всегда, за мной ходит. Земелька уже немножко обветрилась после дождей. Началась пора полки. Продрала вот здесь помидоры. Не было их вообще видно. Видите, окучила их. Это у меня, которая осталась рассада, я ее посадила сюда на улицу, потому что здесь садила горох. Горох, конечно же, весь не взошел. И здесь грядка осталась. Я высадила сюда помидоры. Пусть сидят. Сейчас начну все полоть подряд. Вот свекле благодать. Свекла хорошо растет. Ну, какой подсолнух. Самосевом. Ой. Салатик. Петрушечка. Все растет. Но надо за всем ухаживать. Клубничный сезон продолжается. Папочка у нас собирает. Ветер сегодня. Вроде бы и солнышко с утра было, но ничего не получается с погодой. Че, гнилая? Мне надо доокучивать чесночок. Я выдрала этот спарыш весь вот несчастный. Видите, а теперь у меня предстоит работа тяпкой. Папулька собирает ягоду. Ягоды в море. Ягоды много. Это Азия. Но погода опять портится. Непонятно почему. Каждый день она портится. Клубнику я полоть не буду, потому что она еще больше загниет. Если уберу траву, она ляжет на землю. Земля мокрая и все, она может начать гнить. Мои огурчики надо полить, обязательно их попадали. Делаем траву замачиваем, чтобы была подкормка для наших растений. Туда нарываю всякую разную траву и замочим ее. Потом будем поливать. Что я вам хочу сказать? Бассейн мы еще не наливали, потому что нету погоды. Вот. Такие дела. Так, вот розы надо оборвать, вот эти, которые сгнили. Видите, сколько сгнилых роз. Это в дожди, они прям тоже загнили. Видны мои розочки. Ну ничего, скоро солнышко. Терпите. Терпите, люди, скоро лето. Нынче лето затяжное. Ух ты, полька-то зацветает. Полька действительно оказалась такой, какой показывали на картинке. Здорово. И эльф. Эльф тоже зацвела. Видите, какая красивая. Ой, точно, как на картинке. Все, будем ждать. Это у меня здесь сидит на карантине. Все, ну как называется-то? В общем, те цветы, которые мы купили-то. Гортензия. Господи, пока вспомнишь все. Гортензия. Я вчера ее кисленьким полила. Водичкой кисленькой. И все. Вроде бы неплохо она сидит, я смотрю. Сидит. Этот скорее бы отцвел, я его уберу, и будет гортензия у меня уже на виду. Эти розы все цветут. Ну, желтая, конечно, прет. Она хоть и вот эти окинула бутоны, новые все равно дает. Видите, сколько много. У нее еще бутонов. Она так-то все лето в основном цветет. Надо убирать отцвевшие. Но дожди были. Некогда было. Пройтись даже, выйти некогда было. Все. Сегодня думала, с утра вот солнышко, видите, уже опять пасмурно.
Не знаю, как верить прогнозам. Ничего не верю. Оно, конечно, неплохо. Маленько еще отдохнем, да успеем какие-то дела сделать. Надо уже отрывать все. Все равно облетит. Ой, сколько пчел на ней. Господи. Пчел скажет, что такое, кто дергает нас. Так кто это такой сладенький? Кому сегодня месяц? Кому месяц? Кому каким маленьким ребятишкам месяц целый? Вот такие мы хорошенькие, скажи. Вот такие сладенькие. Вот нам месяц. А эти все спит и спит, спит и спит. Девчонка-то все спит. Посмотрите, какая за Соня. Нам месяц. Вот такие мы. Куклешечки. Куклешечки маленькие. И самый-самый смелый тот. Маленький, он самый смелый. Глазики мажу пузыречком этим. Девчонка самая за Соней, самая пушистая. Ну, голубоглазки, что ли? Все голубоглазки? Я не понял, откуда у вас голубые глаза? От мамы, что ли? А? Или они у вас еще не установили глазки-то ваши? Все изучают такие. Куда? А Бонечка ушла. Какая прелесть. Какая милота. Сейчас мамочка там травку покушает и придет. Вот у этой точно 100% голубые глаза. Кажется, вообще сильно голубые. Ну-ка, пойдем посмотрим на свет. Какие у вас глазки. Бонюшенька кушает. Покажи глазочки. Голубые-голубые у нее. Ребят, у нее очень голубые глазки. Вот так вот, Казьяна. Ой, боишься. Боись, Бонечка, скорее кушай. Моя тут голубоглазочка. Покажи глазки свои. Покажи глазочки. Вот, смотрите, какие голубые. Как у мамочки. Как у мамочки глазки-то всем, наверное, достались. Да? Кто тут лезет? Кто? Кто? Давайте в коробочку. Вот так. В коробочку голубоглазочки полетели. Ну-ка, ты тоже голубоглазый? Дай-ка посмотри, какой ты толстый. Ой, мама идет. Мамочка моя, девочка пришла. Скажи, я такая голубоглазая. Вон твои, такая худенькая стала вообще. Посмотри на них, они плачут. Все, моя, все погуляла, все, молодец, покушала. Давай, иди к ним. Урожай продолжаем собирать. На макушке самые вкусные ягоды. Они там аж темные.
черешни без косточек. Начистили. Варенье сварю для пирожков. Баночки в духовке. Так, вот такое варенье получилось. Это черешневое. Видите, когда я пирожки стряпаю с черешней, я через сито пропускаю варенье, сироп сливается, а ягодки остаются уже как бы такие, просто ягодки, и пирожки, получается, не, ну, как бы не раскисают от сиропа. Ну, совсем мало получилось, вот с тазика получилось у нас 5 баночек, и полбаночки здесь вот просто сироп у меня. Так что это дело муторное, их нужно сидеть, чистить от косточек, ну, это, конечно, очень вкусно, очень.